Насколько бы это ни казалось странным, но лучшим упражнением для гладкого лба является массаж апоневроза головы. Подушечками пальцев промассируйте апоневроз 1-2 минуты. Далее нужно расслабить затылок и заднюю поверхность шеи. Ребром ладони можно пройтись по задней поверхности. Оказываем воздействие по линии роста волос. Мелкими движениями раскачиваем эту зону. Далее воздействуем уже непосредственно на сам лоб. Перетирающими движениями проходимся по морщинам на лбу. Прощипываем наш лоб. В идеале везде должен получиться захват, где-то больше, где-то меньше. И в конце делаем глубокие заглаживания.